хорошо. Получается, вот это бы я лучше бы убрала. Вот эту сумочку можно было бы, допустим, дать манекену в руки, а вон тот шарик приподнять. От профессионального взгляда Анастасии ничего не скроешь. Если для обычного человека витрина – рекламный объект, то для этой девушки целое искусство. Многие ошибочно считают, что главная задача витрины – это продавать товар. Но на самом деле самое главное – это завлечь покупателя в магазин. У нас уже была пара проектов в Челябинске. Главная проблема, с которой мы столкнулись, была в том, что люди не готовы за это платить и не понимают, что это на самом деле важно и повышает продажи до 80%. Еще в 5 лет Анастасия решила, станет дизайнером. И своей мечте не изменила. Сейчас она студентка Международного института дизайна и сервиса. А еще победительница чемпионата Евроскиллз 2018. Анастасия обошла сильнейших участников и взяла золото. Впервые Россия победила не только по баллам, но и по количеству медалей. Горжусь своими земляками, теми, кто завоевал серебро и золото чемпионата. Этот высокий уровень мастерства еще раз подтверждает большой кадровый потенциал Челябинской области и высокую конкурентоспособность региона и в России, и на мировых рынках. От правительства региона и лично губернатора Бориса Дубровского награды и благодарственные письма сегодня получили более 20 участников национальных чемпионатов WorldSkills и EuroSkills. А губернатор отметил, что наша область уже не первый год радует победами и входит в десятку сильнейших участников. Инна Левошина, Наталья Кудряшова, Антон Ступко, СТС Челябинск.